Йылдыз, ты можешь ко мне подойти? Иду. Сестра Севги, перемешивай, чтобы не подгорело. Ферман. Не могу поверить, что это? Помнишь, что ты мне говорила? Что я не верю, что у нас будет ребенок, что я ничего для этого не делаю. Хотел показать тебе, что это не так. У нас будет ребенок. Я в это верю. Поверь ты. Ой, они все такие красивые. Посмотри, какой сладкий наряд. Тебе понравилось? Очень. А посмотри на это. Ой, не могу поверить тебе, Ферман. Почему? Думаешь, мы не пойдем на матч сына? Нет, что вы, я не против. Но не рановато ли? К тому же, откуда ты знаешь, может быть, у нас будет дочь. Об этом я тоже подумал. Вот. Ой, как красиво. Смотри. Ферман. Я тебя очень люблю. Я знаю, что мучила тебя из-за того, что у нас долгое время не было детей. Извини меня, пожалуйста. Ладно. Я больше не хочу от тебя такого слышать. Хочу, чтобы мы теперь обсуждали только хорошее. Хорошо? Что значит поженить их, мама? Ну вот так вот. Твой отец позвал Селима сюда, они разговаривали. Так не пойдет. Я поговорю с отцом, решу это дело. Где он? Он ушел. Как он мог так поступить вообще? Он зациклился на том, что между ними что-то есть. Интересно, где он это увидел вообще? Не знаю. Будто Селим устроил погром в офисе из-за Фариды. Не понимаю. Да боже мой, мама, они лучшие друзья. Я знаю, но ему объяснить не смогла. Ну а Селим не сказал, что они лучшие друзья, а? Твой отец говорит, что Селим стесняется об этом говорить, поэтому молчит. Ну а Фарида об этом знает? Нет. Она пошла разговаривать с Джунейдом. О чем? Что не будет выходить за него? Мама, что ты такое говоришь? Надо было ее остановить. А что я могла сделать? Все очевидно. Как же все так закрутилось?